Как многие уже знают, мы живем за городом. Ну, кто не знает, говорю, мы живем за городом в СНТ. И у нас тут, естественно, домашнего интернета нет. Интернет у нас стоит усилитель для интернета, роутер. И интернет у нас от сим-карты. Короче, до этого у нас был интернет Ростелеком, но в последнее время он что-то перестал устраивать. Ну, вчера вот я в итоге заказала себе сим-карту от Тинькофф. Еще вот для удобства заказала. Никуда ходить не надо, заказала. Мне привезли через пару часов эту карту. Все готово. Подключила приложение безлимитный интернет себе. Вот. Теперь стоит задача. Нужно в этот роутер ставить сим-карту. Муж сказал, подожди. Я буду посвободнее, я это сделаю. Приеду как-нибудь, когда будет светло. Я это сделаю. Просто роутер стоит на улице, усилитель. Надо туда лезть. Но я же не могу ждать. Я же нетерпеливый чел. Мне надо срочно. Короче, на улице, вот где она, блин, не в этой даже, это антенна телевизионная, вот там вот коробочка, вот там вот, вот это. И там вот находится сим-карта. И чтобы ее поменять, нужно залезть вот в это окно. Вылезти в окно, на крышу и, в общем, поменять. Ну, сейчас я этим и займусь. Надеюсь, что останусь жива. Ну что, я на крыше. Вот эта штучка. Усилитель. В общем, нужно мне открыть коробочку, достать сим-карту. Я на крыше, вон домик, где собака живет моя одна, алабайка. Смотрит на меня так удивленно. Мам, ты что, нормальная? Зайка, это я. Вот вольер с другими девчонками. Это сарай. Это крыша кухни. О, снег. Если кому-то что-то понятно, то примерно как-то так. Гап! Если вы думаете, что это легко, поменять симку в роутере, то не надо, не думайте так, это очень сложно. Посмотрите. Я не
вот все. Надо выбираться обратно.